В Ангарском городском обществе инвалидов впервые после года пандемии открылась творческая выставка. Она посвящена приближающемуся празднику Пасхи. Представленные экспонаты созданы руками самих членов организации. Надо отдать должное. Это не профессиональные художники, а люди с ограничениями по здоровью. Для многих из них изготовление поделок – это был первый и вполне удачный опыт. Большая работа у меня – это панно, вырезанное из картона, обмотано пряжей. Использована ткань, и еще пряжа, вот верба сделана, ласточки, гнездо. Это самая трудоемкая работа, больше недели ушло. На экспозиции представлены как авторские, так и коллективные работы. Они будут украшать гостиную общества несколько дней. Разобрать ее организаторы намерены после майских праздников и начнут подготовку к новой выставке.